мои любимые подписчики, а кто еще не подписан на канал, не забывайте о кнопочке и колокольчике. Я уже делала обзор на аквамозаику от Эврики, ссылку на видео оставлю в описании. А благодаря скидкам я решила посмотреть на мозаику Aqua Beads. Чем она отличается от недорогих аналогов, как Эврики Kids? Моя дочка сама собирала мозаику Эврики Kids брелочки из вот этого набора. Вот что у нее получилось. Корона, единорог, принцесса и замок. Хочу сказать, что в прошлое видео не вошло мое впечатление о том наборе с магнитами. Если брелочки хорошо крепятся и держатся, то магниты тяжеловаты и отклеиваются от основы и от холодильника. Это мне показалось существенным минусом. Но если просто собирать фигурки, то это не имеет никакого значения. Этот набор Aqua Beads называется «Нежные игрушки». Он предназначен детям от 4 лет. Просто добавь воды. Все, что нужно, выложить узор и распылить на него воду. С обратной стороны коробки написано, что в комплект входит несколько цветов бусин, их количество. Есть бусины красивые, полупрозрачные, необычной формы. Откроем набор с аквамозаикой. Все бусины разложены в разные пакетики. Например, в аквамозаике Эврики Kids все бусины лежали в одном пакете вперемешку. А вот эти бусинки очень необычные, они не совсем круглой формы, полупрозрачные и яркие. Еще в этом комплекте есть карточки со схемами, рисунки, которые можно выложить с помощью этих бусин. 1, 2 и 3. Бумажная инструкция. И, к сожалению, в этом наборе нет основы, на которой нужно выкладывать бусины и распылители. Распылитель вы можете взять любой. Я думаю, даже тот, который используется для комнатных растений. Главное, чтобы он разбрызгивал воду очень тонко. У Aqua Beads есть дополнительные приспособления, чтобы можно было не ждать, пока рисунок высохнет, но их нужно приобретать отдельно. Мне удобно, что у меня есть уже эти предметы из предыдущего набора. Ну а если вы будете покупать такой набор, то вам придется их купить отдельно. Опять же, я видела формы для выкладки бусин на AliExpress. Все, что нужно сделать, это совместить рисунок вместе с формой для выкладки бусин. И можно попробовать выложить слоненка. Для того, чтобы выкладывать бусины, у меня есть пинцет, тоже из прошлого набора Эврики Kids. А вы можете использовать любой другой пинцет, а ребенок сможет вполне даже пальчиками выложить бусинки. Для того, чтобы выложить слоненка, мне нужны 4 вида бусин. Желтые, розовые, голубые и необычные желтые блестящие бусины. И всего 2 бусинки мне будут нужны салатового цвета. Я подготовила и высыпала все бусинки отдельно. Нужна одна всего коричневая бусинка для глаза. Слоник готов, и все, что мне остается сделать, это просто распылить на него воду. Побрызгать нужно очень хорошо, чтобы бусинки между собой слиплись, а потом ждать полного высыхания. Мы собрали все 11 картинок, и даже немножко шариков у меня осталось. Вот как выглядит слоник. Очень красиво смотрится за счет ярких бусинок и полупрозрачных. Медвежонок и зайчик. Домик и венок. Венок мне особенно нравится. Очень красиво придуман рисунок. Воздушный шар и конфетка. Зеркало и бантик. Еще мне осталось вам показать мороженое и птичку. Замечательная мозаика. Очень понравились цвета, бусинки. Как все соединяется. Разнообразие и выбор цвета. Единственный недостаток этой мозаики, что она, конечно, дорогая. Но бывают и акции. Опять же, в этом наборе у меня получилось не 4 картинки, а более чем в 2 раза, чем в дешевых наборах. Поэтому очень вам советую. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!